Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». Микрофон у Ольги Близина. Здравствуйте. Обещания Осипова хотят прописывать в бюджете. Предложение такое озвучила председатель фракции ЛДПР в Гордуме Татьяна Веселова на заседании Думы. И в программе «Дайте слово» в нашем эфире. Ни в одном городе такой пункт. В бюджете заложены те направления, куда будут перерасходоваться в первую очередь средства, которые сэкономлены, либо которые не израсходованы. У нас сейчас очень часто получается, что сэкономленные средства сам ГРБС расходует по своему усмотрению. Иногда это даже депутаты не видят. Бюджет настолько завуалирован, что невозможно это проследить, если там, можно сказать, не работать. Поэтому есть такое предложение, надеюсь, оно услышано будет, на контроль свой возьму. Веселова отметила, что новый глава администрации Дмитрий Осипов пока обозначил направление работы и не дал никаких количественных показателей и в своих планах. Он же отметил, что все это уже и так запланировано в городском бюджете и в нацпроектах. Программа «Экономика». Областной фонд поддержки предпринимательства докапитализирует. На это Кировская область получит 162 миллиона рублей от федерального Минэкономразвития. Деньги направят на льготные займы для предпринимателей. Из-за кризиса их линейка расширена. По некоторым продуктам снижены процентные ставки. Поддерживают бизнес, который решил перейти в онлайн, или выдают кредиты по низким ставкам на покупку сырья для изготовления средств индивидуальной защиты, дезинфекционных средств, на пополнение оборотных средств, оплату аренды, выплату зарплаты. На первый платеж по основному долгу всех заемных продуктов может быть предоставлена отсрочка до 6 месяцев. В этот период необходимо уплачивать только проценты на остаток. Экономика на 101 FM. Кировские семьи начали получать по 10 тысяч на детей. С июня начались перечисления на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. Кировской области на это выделено 1 700 000 000 рублей. Также семьям с детьми до 3 лет выплачивается по 5 тысяч рублей в качестве поддержки из-за пандемии в течение 3 месяцев апреля, мая и июня. Поступило уже более 37 тысяч заявлений. Из них выплаты за апрель и май произведены почти на 31 тысячу детей на общую сумму более 310 миллионов рублей. Подать заявление на данные выплаты можно до 1 октября без каких-либо дополнительных документов. Экономика. И о валютах на сегодня. Доллар стоит 68,98, курс евро 76,78. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.